ЦУМ снова заминировали. Такое сообщение сегодня поступило в 13:45 в дежурную часть департамента полиции Карагандинской области. По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники полиции из здания эвакуировали 230 человек. Все экстренные службы были направлены на место оперативным дежурным департамента полиции Карагандинской области. Торговый дом осмотрен, взрывное устройство не обнаружено. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 15-летний подросток. Проводится расследование. Департамент полиции предупреждает, что за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.